Здравствуйте, дорогие друзья! Вас в этом замечательном зале, в который я первый раз попал лет 20 назад, а то и больше. Смотрел здесь очень интересное кино, а потом долго сидел на травке возле ЦДХ с целью развидеть то, что я увидел. Никому не советую таких ощущений, но тем не менее. Не буду даже называть фильм, хотя это классика итальянского кинематографа. Сегодня здесь мы собрались, чтобы еще не отпраздновать, а поздравить всех с наступающим праздником, Днем Святого Валентина, Днем Всех Влюбленных. По этому поводу мы решили слегка расширить нашу группу. Как обычно, текст читает Влад Хоп, но сегодня вы услышите еще и женский голос, который некоторые из вас слышали в наших записях. С нами сегодня Полина Щербакова. Прошу ее на сцену. Рассказы, звучащие сегодня в нашем выступлении. Дело в том, что рассказов три, и они разной степени веселья, невеселья, грусти. Ну, вы помните такую песню, да, что любовь никогда не бывает без грусти, но это приятнее, чем грусть без любви. Поэтому мы решили так, начнем мы все-таки с чего-то более веселого, поскольку и любовь начинается обычно со смешков, а дальше, как в том стишке, любовь не картошка, не бросишь в окошко, она за собой манит, сначала забвение, потом наслаждение, потом поясничка болит. По-разному бывает, но тем не менее, любовь это прекрасно. За вертушками в начале нашего выступления диджей Макс Вишневский. Музыкальным сопровождением будет заниматься диджей Андрей Эдисон. Ну и в финале, во второй части, с нами будет диджей Михаил Габович. Кроме того, в конце первого отделения и, я думаю, частично в антракте, вы сможете посмотреть мультимедийный проект «Дракон», который представляет вам диджей Инкогнито. И думаю, что вот с этого момента уже можно потихоньку и начинать. Мы берем минутку на подготовку и вперед.